все аранжировки. Пожалуйста, латинос пошел. Слишком неустойчивые перепадом давления. Я вот, кстати, когда мне сказали про ремикс на мини-купер, я вот, вот в точности таким вот в голове его и представлял. Правда. Ну, не ты один. Так. Совершенно на правильном пути, и я считаю, что это хит. Это хит. Вот так-то. Представитель церкви пришел. О! Да. Вот, он, значит, пришел со своей культурой. Я думаю, дай-ка сыграю, что будет. Ага. И причем уже мое выступление завершило, заканчивалось, и я решил как раз обычно всякую херню я ставлю под конец. Чтобы слинять вовремя. Как будто другой диджей, который меня меняет, это поставил. Если что, я не я. Испробовать. Самое что интересное, народ не разбежался. Я должен сказать, да, тебя не зовут. Нет, это не нет. Что я говорю? Тебе не важно, что ты говоришь, не важно, что ты поешь. Да, и откуда ты поешь? Откуда я пою, Ваня? Откуда? Ну, слушайте, вы мне театр-то не разыгрываете здесь. Откуда он за мохито пошел? Еще раз, спокойно. Вот оттуда и... Так, еще раз спрашиваю. Откуда пою я? Откуда пою я? Откуда он пошел за мохито? А я не пошел, я тут. Я имитирую действие.